Продолжаются выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации 8-го созыва региональных и местных органов власти. Участковые избирательные комиссии работают с 8 утра. За ходом голосования наблюдала наша съемочная группа. Госдума. На избирательный участок номер 1483 высказать свою гражданскую позицию пришла люберчанка Ольга Беляева. Перед входом ей измерили температуру, выдали маску и ручку. Надеюсь, что у нас жизнь будет лучше. Поэтому надо принять всем активное участие, чтобы в нашей жизни изменилось все в лучшую сторону. Члены участковой избирательной комиссии проводят подробный инструктаж по бюллетеням и процедуре выборов. Гражданам, которые не могут проголосовать на участках, выезжают на дом. Участковая комиссия сейчас в данный момент готовится к отбытию голосования на дому. Мы формируем списки и выходим. В этом году любой желающий может пригласить к себе избирательную комиссию, не только инвалид, либо еще можно просто не может человек присматривать за инвалидом. Раньше этой категории не было. Сейчас ее ввели, это очень удобно. В гимназии номер 20 располагаются три участковых избирательных комиссии. Номер 1481, 1482 и 1483. Отдать свой голос сюда пришел и председатель Совета депутатов городского округа Люберцы Сергей Антонов. Сегодня достаточно сложное время. Мы переживаем пандемию. У нас не очень благоприятные отношения в внешней политике складываются, да, несмотря на все усилия. И поэтому очень, очень важно, чтобы во внутренней политике и во внешней политике сегодня нами руководили именно те люди, которые могут это сделать. Сделать свой выбор можно до 19 сентября, включительно с 8 до 20 часов. В городском округе Люберцы открыт 171 избирательный участок. Айтадж Щерагова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.